В роддоме на 8 марта начали работать так называемые семейные палаты, где после появления малыша на свет оба родителя могут жить вплоть до выписки. Сегодня журналистам устроили экскурсию по роддому, показали современные методы родовспоможения. О новшествах узнал Юрий Мишенин. Водичку ладошку набираете. Этому малышу всего несколько часов от роду. Мама еще восстанавливается после операции, ее в палате нет. А вот папа уже проходит курс начинающего отца. Подмыть, запеленать, всем премудростям учит сотрудник роддома. Папа внимательно запоминает, сосредоточен как никогда. Говорит, руки не дрожат, но волнение есть. Все-таки это его первый ребенок. Ждем маму. Сейчас маму должны после операции перевести. Так вроде сами перебиваемся. Ну, помогают здесь очень хорошие специалисты. Консультируют. Семейная палата, она очень удобная в этом плане, какая она здесь есть. Вот и ребенку здесь никто не отвлекает, и он довольный очень. Действительно, как только малыш оказался у папы на руках, он сразу перестал плакать. Врачи говорят, на это и главный расчет. В раннем послеоперационном периоде, если мама в реанимации, то папа ухаживает за малышом, и это очень важно, потому что эмоциональный фактор папы, вот, микробиот папы, вот, то есть семейный микробиот, он очень хорошо сказывается на последующем физическом факторе и воспитании ребенка. Семейные палаты начали работать в роддоме на 8 марта совсем недавно, но уже пользуются огромной популярностью. Еще бы, ведь здесь живут семьей, как дома, все время до самой выписки, что полезно и роженицам, и детям, и папам. Причем все это совершенно бесплатно. Еще одна новая функция называется сложно – койки акушерского ухода. По сути, это дородовая гостиница. Приехали из другого города на обследование, рожать рано, а ехать домой далеко и опасно. Или сразу решили рожать в Оренбурге и приехали заранее. Все такие здесь. Начиная с 38 недель беременности, она может к нам приехать по направлению своего врача и находиться совершенно бесплатно, да, в ожидании родов. У нас здесь. В Минздраве поясняют, койки акушерского ухода – это не больница. Здесь научат премудростям общения с грудничками, отсюда можно спокойно выйти в город, сходить в кино, на выставку или в магазин. Но при этом роженица находится под систематическим контролем врачей, и в случае любого нестандартного течения беременности помощь будет оказана моментально. Бывает, что каждая секунда – это жизнь. И то, что при роддоме, то, что там минуты, и она в операционной – это многого значит. Юрий Мишенин, Виктор Гашенев. Наше время.